Я думаю, что таких семей, как наша, не так много. За Питерсонов. Я бы хотела произнести тост за предстоящие лучшие дни. Чтобы каждый день был приключением. И мы останавливались и думали, что это один из самых счастливых дней в нашей жизни. За Питерсонов. За нас. Диспетчер 911, что у вас случилось? Моя жена. Произошел несчастный случай. Что за несчастный случай? Она упала с лестницы. Она в сознании? Нет, она не дышит. У нее было 35 порезов и ушибов. И 7 глубоких рваных ран на голове. Только кто-то, державший что-то в руке, мог нанести такие раны. Можете рассказать, что было на самом деле? Это охота на ведьму. Нам нужно нанять тебе адвоката. В подобном случае держите свою семью поближе. Она вам понадобится. У нас нет орудия убийства, но мы нашли множество изображений на его компьютере. Папа записывал истории. Он скрывал это от всех нас. Но не от мамы. Она бы мне сказала. Ты красива, и ты моя дочь. Мне позвонила пара документалистов. Они хотят снять фильм о нашем деле. У французов хороший вкус. Дело в том, что она выпила немного вина и упала. Ты живешь припеваючи, ходишь в спортзал, кричишь на собак и тратишь мои деньги. Ты отнял жизнь у самого лучшего, что у тебя было. Я не рассказала вам половины того, что мы знаем о Германии. Это было 25 лет назад, и по сути ничего не произошло. Знаете, там даже крови не было. Ну, там было немного крови, Майкл. Моя бывшая жена. Она будет рядом всю неделю. Папа всегда был рядом с нами. Перестань все подвергать сомнению. Просто остановись. Я не могу, не могу, не могу! Вы действительно думаете, что Кэтлин Питерсон действительно знала, кто ее муж? Мистер Питерсон! Я думаю, что таких семей, как наша, не так много. Я сильно устаю. Мне нужна помощь. Мы не идеальны, но мы держимся вместе. Они назвали меня лжецом! Возможно, мы оба такие. И мы любим друг друга. Я сказал, хватит! Питерсоны сумасшедшие. Лестница.